Всем привет, меня зовут Евгений, и сегодня у меня на обзоре новинка, скажем, вот такие вот линзы сейчас показываю. Вот такая вот светодиодная линзочка. Вот, и почему две коробки, сразу отвечаю. Это разные линзы, то есть вот эта вот версия, вот на ней тут наклеечка. Это обычная Dell Lens 1905. Это обычная. А это вот Pro. Сейчас расскажу немножко, в чем я их уже поэкспериментировал, немножко поключал. Вот Pro написано. Вот. Ну, в общем-то, отличие. То есть эта линза имеет кулер снизу. То есть, в принципе, вот такая вот конструкция. То есть массивный радиатор. Вот все подключение без драйверов, без блочков. То есть вот три провода. То есть в отличие от InfoLight LED G2, которые вот они, для сравнения. Я их уже делал обзор на них. Вот такая вот массивная линза. То есть и вот это вот сравнить. Это Pro. Так вот отличие. То есть по диаметру одинаково, но по размерам немножко отличается. Сейчас я это уберу в сторону, чтобы не мешало. Вот это у нас Pro версия. Вот это у нас проверенная InfoLight LED G2. Вот коробочку уберу. А это у нас вот кулер сзади, обычная версия. И у нее матовый отражатель. Вот здесь. Ну, понаружи. Внутри я еще не успел заглянуть. То есть визуально так они, не знаю, сильно не отличаются. Ну, вот шторка. Здесь вот такая вот. Трудно заглянуть, какой там отражатель. Ну, отражатель там. Отражатель в этой линзе обычный, зеркальный, не матовый. Здесь на этой линзе тоже, там все равно вы не увидите, но я уже заглянул, там тоже зеркальный обычный отражатель, как на Optime. Матовый нет, то есть тут обычный зеркальный отражатель. Вот, ну, это светит примерно 7000 люксов, 7200. Я ее пока не ставил на стенд, ну, как бы я видел то, что светит раньше. Вот включены две линзы, обычная и Pro. То есть вот это вот с кулером сзади, это обычная. Вот это вот Pro. И вот у меня тут заготовочка, да, я могу, в принципе, рукой закрыть. Вот. И вот так вот смотрим. Вот это у нас светит Pro версия. Ровная, гладкая, абсолютно как бритва шторка. В принципе, ширина очень неплохая, то есть и до земли свет хорошо идет. Вот, то есть это ближний. Сейчас, секундочку, включу дальний. Одной рукой попробую тут. Вот такой вот дальний. Дальний дает 10500 люксов на расстоянии 3 метра до стены. Вот ближний. Вот так вот правильно было сделать. Сейчас надо это закрыть. Так, обычную закрыл. И теперь включаю Pro. Вот это у нас дальний свет на Pro.
Вот. Вот такой домик, похожий на Hello 3. Мощный дальний свет. Я обязательно сейчас выйду на улицу и протестирую еще на улице. То есть вот так вот, как бритва отрезает ближний свет. То есть ближний 8500 где-то вот. То есть они в принципе светят по яркости. То есть вот запомнили, это вот обыч, это Pro светит. А вот так вот светит обычная. Это Pro, это обычная. То есть, как видим, на обычной свет идет сверху тоже широкий и идет к низу больше. То есть на Pro версии свет чуть ниже обрезается. То есть не такое широкое пятно по вертикали. То есть по ширине, по горизонтали пятна немножко одинаковые, и какой-то там идет в конце справа вот завал. То есть и шторка имеет вот эту в центре желтизну, но не синеву. То есть как бы синевы меньше на обычной версии. Сейчас проверим дальний свет, как здесь работает. Так, это у нас я закрываю Pro версии. И опять одной рукой пытаюсь включить дальний свет. Вот такой дальний свет на обычной версии. То есть огромное пятно, как бы. Ну, оно и визуально, и на видео выглядит массивным. То есть я сейчас хочу выйти очень на улицу, потому что реально они дают 10 500 люксов дальний, 8 500 ближний. То есть для сравнения, Xenon, та же Hello 3R, в ближнем дает 5 500 – 6 000 люксов. То есть это дает 8. То есть вот такая вот линза. То есть и мне нравится, как свет распределение у него. Вот, то есть очень равномерно, как по мне. То есть хорошо видно, в принципе, края. То есть сейчас выйду на улицу и сделаю коротенькое видео, как это светит на улице. Ну вот, вышел на улицу. Сейчас обзорчик. Вот две линзы. Смотрим. Это у нас сейчас две светит. Вот смотрим в гараж туда. То есть это у нас Pro светит. Это у нас не Pro. То есть вот я обочину снимаю. То есть насколько видно. То есть Pro линза, она лучше обочину освещает. То есть вот Pro, не Pro. Pro, не Pro. Ну и соответственно ближе вот, насколько больше света. То есть удобно будет на микроавтобус поставить, на автобус. То есть перед машиной больше света. То есть вот Pro, не Pro. Pro, не Pro. То есть не Pro светит вдаль хорошо. Pro светит ближе к машине, то есть перед носом, яркости вдаль чуть меньше, но зато обочину лучше освещает. То есть вот кусты можно понаблюдать. Вот кусты, это не Pro, это Pro. То есть не зря она Pro называется. На Pro более равномерный свет. То есть вот куча песка в конце, вот. Прошная, не прошная. Pro, не Pro. Pro, не Pro. То есть Pro версия светит более красиво, более правильно, ближе к машине. То есть на микроавтобус ее можно смело ставить, и светом будете довольны. И яркость очень хорошая.
выше, чем ксенон. Если у ксенона ближний на расстоянии 3 метра 5-6 тысяч люксов, то это дает 8-8,5. Ну, еще бонус видео. Сравню про версию с проверенной линзой InfoLight LED G2. Вот так вот они обе светят. Мы выяснили в битве обычной новой линзы и Pro, что Pro все-таки лучше светит, не зря оно Pro. А теперь InfoLight LED G2 и Pro линза. В названии будет точно какая она. Вот. Это у нас светит Pro. Это у нас InfoLight LED G2. Вот сразу обочину, песок, кусты смотрим. Это Pro версия. Это InfoLight LED G2. 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 Это Pro версия. InfoLight LED G2. Это Pro InfoLight. Pro InfoLight LED G2. То есть вот эта новая линза, она реально имеет очень классную равномерность, яркость в первую очередь. То есть у InfoLight яркость вот в конце неплохая, то есть яма видно хорошо, да. На Pro версии ямы чуть хуже, но яркость в конце не хуже, но лучше видно, он куча с песком. То есть насколько она шире светит, вот насколько видно. То есть яркости, в принципе, это уже тут, ну, предостаточно. То есть вопрос в качестве света не только в яркости, а в равномерном распределении его. То есть мне кажется, вот с этими линзами будет ездить очень приятно. То есть и если на видео особой разницы, конечно, нет, но все-таки она есть. Вот тут свет такой чуть-чуть желтизной, какой-то с зеленцой. Хотя, ну, на глаза приятный белый свет. То тут InfoLight LED G2 идет уже с какой-то такой слегонца фиолетовинкой, розовинкой. На видео телефон это не может воспринять. То есть чуть-чуть он... Немножко он не такой красивый. То есть на Pro версии свет более такой пятерки, ксенон, вот что-то такое. Не 4300, конечно, но белый. InfoLight, в принципе, тоже неплохая линза, все. Ну, она стоит дешевле. Пока цен на эти новые линзы еще не знаю, но я думаю, я их закуплю и буду ставить. Они очень достойно светят. Всем спасибо за внимание. Бонус видео. Вот Audi Q5 с LED-фарами тут. Сравним штатный ксеноновый свет. Вот он горит. Правда, фары немножко такие уставшие. Все родное. Сейчас посмотрим, как одна линза светит Pro против ксенона заводского. Ну, как бы, сейчас закрываю рукой. Это заводской ксенон, две фары. Это LED. То есть белее свет однозначно. То есть вот заводской ксенон светит две фары. Обратите внимание на кусты и кучу с песком. То есть как бы ярче его там встает. Это одна линза. То есть вот ворота серые, две фары светит. То есть высота примерно вот одинаковая. То есть высота фары
и высота линзы у меня тут на стуле. То есть примерно одинаково. Притом линза стоит тут на метр дальше. Вот боковые вот ворота обочина. То есть туда, конечно, она дополняет. То есть яркости в этих линзах с головой. На этом все. Всем спасибо за внимание.